Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши, в Луизиане. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Они перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок.
как он рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все, уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Почти пришли. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Все хорошо? Да, она спит, как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия! Ложись! Мия! Мия, Ань, боже!
Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. О, Боже. Черт, наконец! Доложите! Груз под защитой! Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал! Сука! Черт, что тут
Она... Кто это сделал? Черт, где я? Может, они отошли? Что случилось?
Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Все, что есть. Бери. А? Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Сука! Мертвец! Стоп, тут еще. Господи Боже. Да что за хрень тут творится? Отвали! Черт! Что это, блядь, было? Какого черта?
Все? Алло. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы. На краю поля. Выжившие?
Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? О, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь?